устал я больше. Не могу я больше ловить. Ой. О. Не могу больше, все. Сил моих больше нету. Измотала меня таранка. Измотала. О. Полтора часа. Непрерывно ловил. Фух, рука болит, все уже. Сил моих больше нету. Все, посплю, лягу немного на свежем воздухе, отдохну. Ой, хороший сон на хорошем свежем воздухе, это сказка. Рыбу ложить уже некуда, мешки забиты, палатка полная рыбы, приходится складывать в санки. Санки заняты, но она все равно клюет и клюет и клюет. Видали, говорят, в Германии льда нет. Форели нет у Вилли, а чебак есть. Это видео? Ага. Рыбу снял, да? Да. Как она херачит. Главное, Валентин вовремя мадон привез. Опять на кивок. Кивок это. Это не подстройка, это в натуре. Другая клюет. Чьи другие? Видал, на две. Вас выключить? Смотри. Как его фоткаться? Вон рыба стоит. Вон выше, она подошла. Смотри, как она клюет будет. А Саша, встань и замри. Смотри, вон видишь, вот у нее рыба клюет, видишь? Вот, ну, внизу вот, я да? Понял, где гуляет это, да? Да, да, о, есть! 5 баксов. 5 баксов ходи. Дима, вытащи эту штуку. Она, убери, она будет мешать. Да.
Дима, Дима, снимай, снимай, снимай. Так, нос, 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 нос. Кричать, не кричите. Ада, убери эту штуку. О, зачем? Вот это? Нет, ну у Адама в руках. Адам, убери это. Понял, как она идет? Понял. Парила. Смотри. Выходит? Ты понял? Какого? Вот я стою. А ты ее отпускаешь? Да. Может, ты не можешь, она... Дай. Ты возьми за руки леску. Иди, Адам. А, так она закрытая катушка, ее утягивает, да? Ой. Сейчас она ты... Вот объясняю, нельзя закручивать ее, Дима, чтобы так было. Значит, леску дзынь, пожалуйста. Понял? Чтобы дать поиграться с ней, чтобы она устала, понимаешь? Так подожди, сейчас у тебя открыто, закрыто. Ну, она закрыта, но она, знаешь, в другую сторону пошла. Вот она, тихо. Тихо. Она наверх. Убери ногу, ты же мне крючок сломаешь. Тебя выключать? Ну что мы выключаем? Да. Штука. Я вончет. Шоржу. Я ушел на ты гнали. Помогаешь? Да мы тобой. Ай, ой. Браво. Ай. Да. Четыре штуки сразу. На исходную позицию в ожидании кручения. Закон подлости. Самая дальняя, как всегда. Щука пока молчит. Кручение не... Никакого верчения, кручения не наблюдается. Вот вываживание идет. Володя подводит крокодила к лунке. Крокодил сильно не упирается. Нормально размотало. Нормально. Слушай, может, нормальная щука? Лучше-то
идет. Багор. Подвел. Сейчас будет багрить. Ушла? Вот. Ушла, Володя? Пошла просто погулять. Я думаю, ушла, уже испугался. Думаю, на пи***ть. Что ты попасть не может мордой? А? У тебя без поводка? Без поводка, по-моему. Блядь, шустрая. Небольшая, но... Только морду клонки гна, блин. Ну если за усом так доставай, если не видишь. Ну хорошая, что? Нормально. Килограммчик. Вот он, герой дня. Первая рыба на льду. Есть! Щука на килограммчик. Красавец. Это уже и можно.